Полностью обновленный детский сад «Журавушка» должен принять детей уже 1 сентября. Сейчас здесь благоустраивают территорию, оснащают кабинеты. Новым оборудованием заканчивают фасадные работы. Их качество проверил сегодня глава округа в рамках инспекционной поездки. Темпы работ вызвали вопросы. Как итог, поручение увеличить штат и сдать объект точно в срок. Принимать будет лично глава округа Дмитрий Волошин. Далее руководитель муниципалитета направился в само здание. Здесь полным ходом идет обновление, покраска стен, замена напольного покрытия, строительство аварийного лестницы. Глава сделал некоторые замечания. Смотрите, здесь будут дети ходить, сейчас здесь все топчут ногами. Неужели нельзя взять пленку, застелить какие-то простые вещи? Она ничего не стоит, целлофан. Купите пленку. Здесь дети, еще раз, вы что, зачем вы такое видите? Отмывайте. На реконструкцию здания выделили порядка 50 миллионов рублей, а на благоустройство территории около 6 миллионов. После детского сада Дмитрий Волошин осмотрел внутридворовую территорию. Глава прошел детскую площадку, обновленную дорогу и тротуары. Руководитель округа высказал замечания по качеству газонов и освещения, потребовав решить вопрос в кратчайшие сроки.